мальчик. Ладно, сейчас мы Батл быстро посмотрим, и тогда остальное, может, все досмотрим также. Ты пока на скидку. Как вообще родилась идея вашего тандема? Как вы вообще скооперировались? Ну, это достаточно давно уже было. После дезматча, по-моему, мы с Палмом обменялись мнением о том, что было бы пиздато, если мы побатлим вместе. С возвращением тебя! Благодарю, благодарю. Ты где вообще? Так, а теперь с Палмом, да? То был Нокту Палмдор, Палмропов. Дропов. А это че, был. Остальная пара. А, какое-то время в Армении, сейчас в России, примерно 2 месяца уже. Все, пусть... Ну еще как там? А, ну вообще в целом понравилось. В целом понравилось, это незабываемое время. Мы альбом успели за это время написать, так что очень продуктивно. Хорошо. Если что, он не такой высокий, он просто на палете стоит. Это неправда, неправда. А, изголодался по батлухе это? Ну, вообще не особо, если честно. Для меня это скорее единоразовая акция. Вот, интересный формат, интересные соперники. Плюс у нас выходит релиз. Вот как-то все так сложилось, что сейчас можно как-то поэкспериментировать. Будете ли вы, как на автотюновых батлах, меняться стилями? То есть ты там такой вордплей, а ты такой... Я нет. Только если горло само подведет. А ты пробовал вообще что-нибудь? Нет. Ну, скримани? Не, я все, у меня голос сядет, хуй, если я сейчас сделаю, я ж болею. Бля, братан, выздоравливай побыстрее, ты нам нужен здоровый. Короче, чё, как ты, готов, не готов? Готов будет много зависит от того, какой звук будет настроен, потому что подача у меня специфическая. Точно. Да, и это может сыграть злую шутку. Мы просто все посмотрим, послушаем, я просто, ну, обещала. Но будет не очень красиво. Мы все равно послушаем. Не очкуйте, поэтому держитесь, держитесь. Я держусь, и вы держитесь. Шутку. Ну, посмотрим сейчас. Вроде чуваки профессиональные работают. Разберемся, думаю. Ну, вы с Колямбой скооперировались, потому что вы изначально там кореша, да? Да, да. Кроулинг, считаю, сложнее, чем расщепуха. Как бы я... Слэм дом! Еще можно, да, освоить? А это уже по... Ну, короче, типа... Давай попробуем. Здорово, мужики! Это слэм данк сделай. Слэм данк, порванная пол. Бля, у тебя заебись, прям такой песочек у меня. А я вдохновляюсь тобой. Мы снимаем наши батлы, арендуя лучшее оборудование в студии Delight Random. Ссылка в описании. Йоу, всем халл, друзья, это Кубок МЦ, я его ведущий МЦ, спасибо. Москва, как слышно? Перед началом батла хочу сказать большое спасибо Royal Raven за то, что поддерживают наш ивент. Если вы любите классные вкусы, смешайте свое настроение вместе с джином Royal Raven. Дайте шума для наших друзей Тренд, который предоставляет нам съемочное оборудование. Все, что вы... За пультом диджей Гёте, поприветствуйте его. А теперь к батлу. Я хочу, чтобы команда справа от меня представились. Лжедмитрий Четвертый. Deep Xsense. Команда слева от меня, представьтесь. Нокту. Лже-Нокту. Наконец к этому батлу. И по результатам жеребьевки этот батл начинает. Deep Xsense, встречаем его! Е-е-е. Эй, эй. Е-е, так, мы под этот бит, именно под вот эти ангельские звуки вчера с Нокту мерились шаготами после конференции. Поэтому потом посмотрите. Бит можно чуть громче. Мы над парами думали долго. Может быть, Кондрашов с горизонтом. Где Тимонка и Отто? Нет, лучше давай Палмдропов и Нокту. Ты нашел себе товарища, Киря, ты ебанутый. Он тебя на кладбище, ты его на батуты. Его скилл орать, а твой стиль пачлайн. Но опытаун и читать, как один нормальный. Ща потом жесткие факты. Да ты чё? Бля! Так орал Нокту, когда я разыпал его в домик Майнкрафте, как Макалей Калкин. Я прям пала главы, налью тебе кипятка. Раз, два. Запечатаю мумию в саркофаг. Лайфхак. Если вставить ему карту под маску ебальника, можно расплачиваться на кассе. Помешала балаклава, и тогда тебе на батле не плевали. Побьевало, сколько бабок этой падали. Надо для гонорара, дабы хари не мелькало. На карту нельзя там батле. Ты залез уже в каждую дырку. Я твоей секретарше звонил, говорю, хочу батл с Кириллом. Здесь одно свободное место между Шарафганом и Кимкой.
Каждый бэтл рандом, даже с ног, то вы еле знакомы. Он что-то между Пал Палычем из детей шпионов и косплеем тампона. Его лучший патч, бля, маслину словил. Даже смотри, этот жулик опасен. Вы же несовместимы, Кирилл, очевидно. Ты тюбик, он масик. Ты не Палм-дропов, ты же Анатольев. Я поставил в доме у тебя автограф. И мне даже не надо быть мамоебом, чтобы поставить горе в твоей родословной. Парень у Палма какой-то скромный. Твою мать, Вадима, ты лицо открой нам, как-то маску за Пасхой снимет. Но кто полписку же снимет порно? А тебе просто похуй, кто там батлит, кто напротив, а кто в команде. Будь там под маской, хоть вилка каплан, ты на все согласен, чтобы выполнить план. Мы над парами думали долго, но первая списка. Тебя вкинули тупо по рофлу, и ты, долбоевка, всегда согласился. Похуй, похуй на тебя. Е, Москва, как вам первый раунд DBXS? Встречаем, отвечает ему Палм-дропом, Москва, шума ему! Йо-йо-йо! С камбэком тебя, душноёб! Это чё за битло, мудоёб? На нём поют ангелы, ты ебанулся, ты чё, долбоёб? В каком из 2010-х годов его взял бедолага? Под это битло мы могли бы в пиратах эпично подраться на шпагах. Я пиздатый, ты хуёвый. Мне сосали три шагота, а ты ебаная шестёрка. Прямо как дезмач сегодня. За пару BPM-ов горячих, а ты пиздобол. Ты даже лже-Дмитрий не настоящий. Он косит под Честера Беннингтона, точнее пытается. У нас тут Честер, ЛД, походу, блядь, батл затянется. Всякие фрешманы говорят, якобы Оксимирон дохуя нудный. Так вот, Окси съебался нахуй с его батла на пятой минуте. Брат, это пиздец, вынимаешь хуй из папочки, будто бы инцест. Респект! Рикс-бэк вызывает лишь смех, то ли тебя посвежее будет даже Ильмет. Окей, тебя не взяли на Версус, ты ж, блядь, особенный. Алфавит не стоял бы секундомером, ему там нужен был бы часометр. Я не знаю, нахуя тут эта яма ебаная. Кто-нибудь врубить еще нибудь хотя бы годное. Я сияю ярко, будто елка новогодняя. Против Анатолия другое не работает. Сейчас он музыкальный, манерный, это полный пиздеж. Ты то кавказец, то пидор, даешь молодежь. Око великого Эля, ропот простолюдина, лжеблагодать, субстрат, метаморфоз, блять, крыльев. Так называются песни вот этих вот двух ненормальных мужчин. Я успел бы написать 5 треков, пока вы пишете название к ним, дебилы, блядь. Я никогда не поверю в то, что типа сейчас мозговиты. Пока, блядь, он не поведает, чем отличается слэм от мошпита. Каждый твой трек — это книга, лет 10 точил почерк. У него такие умные строчки, у них есть свои строчки. Кстати, на Дипа фоне Витя Бови, самый модный тип в районе. Типа понял, ты колхозник, Дима Гомик, ты такого же лоха найти попробуй. Ты зашорен, это что-то с чем-то, ты всегда катился с чем-то. Он помешанный на компроматах, ему тёлка сосёт фотку члена. Ты узнал, что Сотников боится змей и принёс змею. Но в этот раз ты, видимо, решил, что я, блядь, петухов боюсь. Я писал тексты пятерым эмси на этом ивенте, даже помимо себя. Тут нет пидорасов помимо тебя, соси у меня. Йоу-йоу-йоу, диджей, выключи бит, йоу. Йоу, раунд опущ. Великолепно, абсолютно. Москва, еще раз, как вам первый раунд Палм-дропа? Встречаем максимальным шумом второй раунд. Это первый раунд закончится, да? А у них будет по 3 раунда, один на один, да? То есть вот сейчас типа Лжедмитрий против Палм-дропова, а потом сейчас Нокту против DeepXSense. У каждого по 3 раунда, я так поняла, или как? Нет? Кажется, Палм и Нокту круто сделали и голос отдали против них. Ну, пока, на самом деле, мне, ну, не знаю. Я не могу сказать, кто больше. Вообще, единственное, у меня прям даже, знаете, как флешбеком даже где-то холодом обдало. Мне Лжедмитрий вот так вот в профиль напоминал моего бывшего в какой-то момент. О, господи, думаю, простите. Поэтому поехали, послушаем дальше. Лжедмитрий! Я. Можно чуть-чуть меня погромче, наверное. Ну, хотя... Это был DeepXSense, а сейчас будет Лжедмитрий. А, сорян. Ну, ладно. Значит, вот этот был. Сейчас разберемся, посмотрим. Не знаю. Услышите ли вы что-нибудь? Это рэп про Данила, моего врага. Е-боя.
Слышишь этот смех в каркасе бита? Это Люцифер тебя услыхал. Ты для него петух на параше, частушки горланищий. В надежде растопить сердце пахана он передает. Ты так нещадно убогенький, что в группе Слепнот играл бы на треугольнике. Я образчик его вложу вкрадчиво в мозг, показать тебе, кто настоящий сун. Над тобой вокабуляр топор, пока горячат и выберечат живот. Эй, гулят и кровь, ты чё, сучонок, наши свиданки не приготовился. Какого черта на твоей маске две лишних прорези? Ты злой, как 8 Палестин. Эка не видать. Я принес с собой святой Мирамистин. Но так бы выглядел необязательный босс из Diablo 4, если б я его нарисовал от теми лебеди. Но тут есть вопросы по РТВ, пересмотрел бандюков из 90-х. Коль надоело лицезреть твои щеки перед носом, но в этой херне ты будто сперматозоид переросток. Ты ненавидный маран, кроме которого я сегодня забрыжу зал. Секира моя снова готова начать любовный ритуал. Плавно храни баб, не окрестит жалким вертикам. Буду в отместе мат, перекочевал на контесте стать богами новой комдессии. Че за влага, мудохлеб, ты обоссался или это между нами тает лёс? Паун, признайся, это бесплатный сокомандник, выделенный государством. С кем мы патлим? Похоже на вице на лашпед и пятикантроп Даня с рукавицей на башке. И никто ваши трупики не заберет, вы безродный гомункул, а мы себе. Шкапа на меня вылез богарь в форме клоуна. Прискорее, словно стеной, я вогнал ему палку точно в горло. Классно молвить слово ритикулузы, он стал тобой. Вытащи нож, я легер, кома легер, но ты так орешь, словно твои куплеты. Камни в уретре, тебе на поводке припер сюда Кирюша из питомника. Но я не верю в слово собаки, плюшу вам на морднике. Ты нос Волдеморту откусил, и это выпускник питерской школы красоты. В своей маске ты злобный, опасный батлбист, но только там закомплексованный Даня массажист. Просто представьте его сеансы, обнаженные парни в маске рядом. Маски знает это даже мастер. Он реально плох, смог забавить остеохондроз, а я не смог. Вот что имел ответ в твоей строчке, где ты грозил Рейвоксу достучаться через позвоночник. И Димирону плечи разом не терпила, а я позабочусь о том, что больше людей твою тайну хранила. Хотел за бабки Мурло показать, но теперь не стоит и говна твой имбовый стартап. Плати теперь, будешь там, чтоб монтажер это срезал. Типэксэн сносит бабочку, я принес Типэксэнса. Мы принесли на этот батл компромат, но Нокту просто настолько душевный парень, что мы решили реально просто сделать тип. Ему подарок. Мы просто дарим ему его. Там поэтому... футболка с лицом, да, Нокту? Да. И не только. Окей, проехали. Там 3 года, ебаный рот, нахуй. Йо, Москва, как во второй раунд, Жедмитрий? Давайте сразу максимальным шумом встречаем второй раунд Нокту! Прошу вас. Мрачные образы в музыке, груды гниющих тел вывалить публике. Дать им вдохнуть того ужаса, которому так привык, тебе это знакомо. Но вот в чем проблема, уебок. Ты в этом Доукс, а я в этом Морган. Нужны еще параллели. Ты в этом Нормис, я в этом Норман. Лопополю не спасает каска. Сотен твоих пальчик режет безумие лягаться. Нахуй, листящий пиздёж и горы фарца. Мне, чтобы ёбнуть, надо только подобраться. Йо, Петика, I make that shit, yeah. Но я рад так, что даже твой микро трещит. Скажу сразу и тебя не порадую. Я питаюсь пидорасами, и какой радуга я. А, вы чё, басы, 50 май, дури, дуда, о чём ты думал, ведь ты разбудил Везувий, сука. А, вдвоём, но вы ебать нули. Если хотели выиграть, то вы чё-то хапнули. А, я себя апнул за 2 батла, за 5 зам, пока работал бойцом бахта. Знаешь, я в своём роде тоже командир, ведь в ваших головах звучит команда БЭКАП! Звучит команда «Бэкап». Эй, звучит команда «Бэкап». Звучит команда «Бэкап». Тише. А ты знаешь так, что я не прокатёр. Мой хуй бацилла во твоё лицо. В этот круг тебя точно суть мой привело. С детства ты любил собирать тепло. Bitch, I don't give a fuck, пусть это шлюха кальца. Твоё время пришло. Пидор, мои зубы мудрости не режутся. Они нахуй сразу стреляются, ё! Поедаю погибчик, звука ещё дышит, но мне как-то похуй. А, то, что я всадил, не вынуть, ты лжец, Дмитрий, а я правда, но кто? Уёбок, мои строчки колятся, а потом их уводят в рехаб, окей. Слышал, твоя девушка школит, блять, у меня таких целый подвал!
Огонь, 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 огонь. Почему-то я себя что-то жестко ощущаю каким-то... каким-то жестким старпером, типа из серии «Чё происходит, а? Камон?» Меня больше напрягает почему-то, ну, отчасти тёлка, которая стоит рядом с ведущим, которая вот очень волнуется. Она потрепала головой, у неё волосенки вот сюда попали, на губище её. Не, ну, то, что, во-первых, как бы впечатляет, как бы, сам по себе в сравнении Deep X Space и Лжедмитрия, у них разные вот эти баритоны, конечно, басы, да, у Лжедмитрия изначально уже такой, вот, то, что Нокту берет здесь вот этим расщеплением, это, конечно, ну, тут не может не удивлять само по себе, ну, не знаю. Она, да, да, вот эта дамочка, которая с этим, она какая-то... Вообще, она и на этих, и на тех, и всем сразу как-то... Третий раунд, да? Москва! Еще раз! Как вам второй раунд? Нокту! Давайте встречаем третий совместный раунд! Она вообще гашеная, походу. Deep X Space, максимум шума Москвы! Вот она вообще... Чё? Куда попал? Мне кажется, головку рвёт вообще. Что такое синергис? Эй! 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 Пусть имя, блядь, батал статюн. Мы разнесем эти ёбла под металкор. Если есть подходящий для батла круг, то пентаграмма размерами с пентакор. Мы же такого приценим наши куплеты, будто головы цербера меня ждали в акапелле. Только яду по приколу с концертов. Святой отец ушел за сэрмон. Что-то заполнили церковь, мы готовы показать, как валить на тяжеляк и наглядно убрать твои крики без гитар. Твой металл не металл, это взрывает петард. Тыкальный мегатофорт, лезь в ахуйта. Это лже-команда, лже-помеха. Вот вам лже-гарант, лже-победы. Ваши лже-фанаты, лже-комменты. Наши лже-радар, лже-заметы. Да, наши глаза, будто полюса. По балансу мы 50 на 50. Вода ты пар, отвечаем атаку дизайн. Но мы до конца будем гнать этих обезьян. Но под властной формы и жанры фолк, лет джаз, хип-хоп и металл. В этой паре мы систовый дал. Мы систовый дал, мы систовый дал. Что? Что? Что в основе вселенных? Что? Что? Сила двух переменных? Что? Что? Все узнают, поверь нам! Что? Что? Что такое синергис? Мы открыли крик кофе, черным дымом вытекли духи вся их боль. Напитала нас лихвой, как иглой их ной. Мы сюда принесли их вор и их тонь. Наши строки строят всех подуло. Новый парт, новый сложен сигнатурой. Снова наш флоу, как кожа с тела скрула. Слово, как кровь из вяки, всех натула. Вы полите из темени в никуда, мы в корень зрим. Мысли, как бестселлеров, череда и да. Ты таких сторителлеров не видал, какой экстрим. Ты не Кори Тейлор, а Джигурда. Ну а ты тут, дабы подносить нас, пока он рыгает. Сколько высосит еще твоя пасть, нет рады регалий. Пока мы собираем миры по кускам и деталям, мы в одном из них только что нам проебали. Я не сумрак, я страх, вам подарок, будто пьяница. Глянь, как я просто ярок возвышается флаг. Знак на нашей пары, что мы переломаем ваш склад, как Индаро. Нам подвластны формы и жанры фолк или джаз, хип-хоп и металл. В этой паре мы систовый дал. Мы систовый дал, мы систовый дал. Что? Что? Что в основе вселенных? Что? Что? Сила двух переменных? Что? Что? Все узнают, поверь нам! Что? Что? Что такое синергия? Если вы слышите звук, hey, 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 значит попали hey, в петлю. Hey, 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 ваша бездорожный hey, путь. Hey, 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 мигом закончится hey, тут. Hey, все, что когда-либо вы имели, это крупно сегодня и эту прелесть заберу. Вас смешались нелепости слова, вы порознь пива и попа. Вместе вы колом, колом. У нас еще круто этапов и будет задавка ее вас порвать. Вы забудете нас навсегда, а друг друга забудете завтра. Yeah. Рок, рок, пацан. Рэп это кал. Рэп — это хип-хоп. Нихуя, да, скандировать неудобно, пиздец. D
Тип ЛД, можно говорить, если что. Москва, еще раз, как вам совместный раунд? Deep Xsens, Лжедмитрий! Встречаем третий, завершающий раунд в этом батле. Нокту Паундропа! Сейчас будет рок. Сейчас тебя съедят, у меня шагот больше, чем у тебя. Ты батлишь так хуёво, будто тенас. Я дальновидный, нахуй, будто жираф, пирай. Если вот этого слышно нормально, то вы должны знать. Ему поправили громкость микрофона примерно раз пять. Ему громкость, блядь, пришлось уменьшать. Строп вместо краски, и время начать безумные пляски. Меня бросила тёлка, и я удалился, её голоса были связки. Столько времени в лепе долян, но ты так и не умеешь читать. Кстати, долбоёб, я на битах на 10 лет меньше тебя. Охуенная песенка, у вас третьим, долбоёб, на кислых щах. Ты искал в оппонентах плохие вещи, долбоёб, ты же сам в плохих вещах. Сука говорит ему, то ли накажи меня, он врубает весь свой альбом. Сука меня любит называть коленом, ты звучишь, будто запиченный оксимирон. Зашёл под сядла, покуда чё ты? Так я не понял, нахуй дали в день страх больше. Дай профиль, вот это точно. Смотреть, как тебя корёжит тут. Не стремись к году, ты попал в круг. А в чат и году меня как-то посадили в тюрьму. Я ел там всё, но только не еду. Ты вылетишь быстро, можешь не бояться. Я могу не панчить, как тебе не ясно, что ты просто батл, пососи мне яйца. Может прямо сейчас, и я не буду мяться. То ли служил в ВДВ, но а хули там толку? Его рот будто парашют, если раскроется, это надолго. По нулям мне летят на счет, батлить с вами это перспективно. Ты сказал, что я долбоёб, но с чего ты взял, что я вообще мужчина? В вопросе о том, кто же я такой, волновал очень Deep Xsens. А что, если ты меня знаешь? Долбоёб, я Альбина Сексова! Долбоёбы, я так интересно, как там ваш альбом ебаный? Не, ну честное слово, интересно, каких слов я еще не знаю. Ты жажду в батлах утолял. Короче, раунд от меня, давай доёбывай. Настолько помешан на компроматах, реально ты ёбнутый, только зуб даю. У него есть вот охуя, даже его собственной тёлки. Я тут недавно, но уже знаю, за тебя ты душ не ловит, та ещё. Но нас типа похожи в одно, мой вокал тоже ужасающий. Раунд, пацаны. Да, раунд, нахуй, все, пизда всем. Бам, бам. И все, типа, да? По два раунда получается. А, ну первый. Первый, второй, третий. Ага. А сейчас выводы будут, да? Москва, еще раз, как вам третий раунд Паундропов Нокту? Перед тем, как мы перейдем к судейству, я хочу подарить презенты от наших... По какой причине? Ребята очень Ого! Дядюшка РНТ! Мастер! Приветствую вас, ребят, спасибо большое! Спасибо большое! Проблема в том, что сложновато судить этот батл. По какой причине? Ребята очень, с правой стороны, ЛД и Deep, очень хорошо они отработали свои стили, очень хорошо. Но такие вещи, как показывал Styx в предыдущей площадке, как сейчас показывает Nocto, экспрессия на fast flow, в целом очень тяжело контриться на аудиторию, потому что аудитория дико подхватывает это, и в целом это создает сумасшедший вайб на BPM-ах, это прям очень сложно. Если говорить о том, что произошло, на мой взгляд, это сильнейшая история из сегодняшних происходящих, точно, потому что я увидел колоссальный уровень. Я, честно говоря, думал, я чуть подушню, потому что тут есть что подушнить. Я, честно говоря, думал, что ребята справа от меня, они больше покажут текст, они сделают немного душно для лайва, но они соблюли идеальный баланс для того, чтобы показать, рассказать все, что они хотели, и при этом раскачать зал. То есть это было очень круто и очень сильно. Спасибо большое, ребят, реально. А ребята с левой стороны. Паун, конечно, больше пошел по тексту. Острие, стилек. Абсолютно разная у них история. То есть Nocto он прям уничтожал, уносил. И Паун был такой рассудительный, пренебрежительный, высмеивающий, с девочками. Интересно, что подушнит. Это, в принципе, было очень интересно. Теперь конкретика. Извините, что так долго, но это было очень мощно. Первый раунд, на мой взгляд, забрал Deep. Вот. Второй раунд все-таки лайвом
вот эта история по поводу того, что Ноктус создает сумасшедший лайф, это было круто, реальный ЛД, это было очень хорошо, но второй раунд раскачал Ноктус. Поэтому точно, 1-1. И в финальном раунде для меня решило следующее. Не шикарная подача Нокту, которая была во втором раунде. В третьем раунде для меня решила совокупность и симбиоз артистов, потому что это командный раунд, командный батл. Люди должны показывать именно то, как они работают, чтобы это был концерт совместный. Поэтому в этом плане значительно лучше для меня показали ЛД и Дип. Поэтому они побеждают. 1-0 Deep Xsense, Лжедмитрий. Второй голос отдает из толпы. Просто кто-то, да? Ну, особая ментальная связь. Да ты думаешь, что мне просто так, что ли, в комментах пишут? Что ты, что, жена Флома, что ли? Блин, на самом деле, как бы для меня вот в таком формате это, ну, больше не, более непривычно, нежели... Ну, как бы мы, я не сказать, что мы очень много там смотрим батлы, чтобы в этом разбираться, но по сравнению все же, наверное, да, с такой вершиной айсберга, которую можно сравнить, наверное, это Оксимирон и Слава там, или Оксимирон, ой, кто там был, господи, Оксимирон Джонни Бой, да, кого мы смотрели, ну, совсем на крайний случай этот, как его там, господи, как его, вот этот, картавый и шепелявый был. Здесь, как бы, не знаю, тот, который типа похож на моего бывшего, он вот, ну, эмоционально лично под... сначала меня подкупил вот этой скоростью, да, Лжедмитрий, вот этот неординарный, ну, как бы необычный переход от какого-то баса при этом, куда-то там местами в расщепление уходил. То есть у них в совокупности, вот третий, кстати, очень довольно-таки, да, вот он правильно сказал, они как-то слились, они едино вот работали. В отличие от третьего батла общего, где вот Нокту был и Спалм Дроп, но... У них чуть по-другому и, в принципе, контекст устроен именно батл, ну, вот этого третьего раунда был. То есть они как вроде как вместе, но каждый как личность. У этих более так совместка была. Вот. Ну, не знаю, но кто просто, он, в принципе, вот этой эмоциональной подачи с точки зрения расщепления, то есть начал качать. Блин, на самом деле я даже не знаю, кто чё, кто против, кто за. Наверное, первый раунд за Deep Xsense, вот этот, как бы, больше меня впечатлил. Второй Нокту. А вот третий я бы отдала 50 на 50, потому что тут, конечно, как кто-то сказал, да, РЗТ, как симбиоз произошел, да, но здесь мне понравилось в третьем раунде, что Нокту и Палм Дропов, у них чуть, ну, это как-то необычно было, что ли. Нет, это, знаете, из той серии, когда вот так, ну, вот так бы ты хотел, как... Ну, не вот так, как сейчас, как вот эта дамочка, а как вот этот чувак, типа Xsense, да, ты бы хотел видеть, как выглядел бы бывший. Вот если бы твой бывший выглядел бы как он, да? Да норм. Ой, шучу. Вообще никакие бывшие. У меня мужа есть, все. А, вот, поэтому не знаю, на самом деле. У меня типа 1-1, ну, 50 на 50, вот так как бы я поддала. Ой, открылось что-то не то у меня. Вот, поэтому... Мне это больше как бы... Не знаю. РЗТ там что-то и реально успел расслушивать текста какие-то там, еще что-то. Поэтому я вот от Нокту вообще ни слова практически просто в нули ушла.